Итальянский живописец и скульптор, представитель флорентийской школы Андреа Вероккио, родился в 1435 году. Его талант был многообразным. Прежде всего, Андреа был непревзойденным для своего времени мастером придворных празднеств. Заказчиком режиссера и декоратора Вероккио был блистательный клан Медичи, а как ваятель Андреа прославил себя скульптурой юного Давида. Изображенная в камне фигура стала одним из символов ренессансной культуры. Нынешние посетители галереи Уффици могут любоваться безупречным шедевром Вероккио «Крещение Христа», а посетители музея Метрополитен восхищаться «Мадонной с младенцем», написанной в 1470 году, но все же таки самым значимым достижением этого христианского мастера можно считать иное. Именно он, флорентиец Андреа Вероккио, был непосредственным учителем таких великих художников, как Сандро Боттичелли, Пьетро Перуджино и Леонардо да Винчи. Кстати, легенда гласит, что знаменитый Давид был списан как раз с юного Леонардо. Умер мастер в 1488 году от Рождества Христова.